Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like a Game и добро пожаловать на прохождение Skyrim Special Edition Universe Quest. Сегодня будет под названием Дать милостыню попрощайки. Находимся мы, это вторая попрощайка у нас рядом с Винтерхельм. Ну как рядом, почти Винтерхельм, мы тут на пристани. Зайдем в дом. Или в вторая попрощайка. Хоть куда-нибудь, лишь бы нужно подать что-то. Так, дать 100 золотых. Вот, спасибо тебе. Тут, кстати, одежда лежит. Смотрите, а он тут голый сидит. Так, выполнено. Встретиться с Тиром у священища к западу Митрохельма. Так, это где у нас? Это у нас... А, ну тут рядом, давай, дойду я. Так, дошел я, где это? А, это вот где? Наверху. Так, а как у нас квест? Кровавое сердце, кстати. Что это? Так, вызов. Так они справятся? Ну давай. Тихо, стой, я тебе. Ну и привидение что на нас напало. Так, вот это забираем, это оставляем, это нам не нужно. Так. Ага, смотрите, о. Че он там мутит? С арбалетом, что ли, меня целится? Так, а как к нему подняться? Так, ну что? Майк любит народ скрипт. Маленький такой барсюшка. Ага, так, еще раз покажу, где. Тут на всякий случай. Вот. Кстати, меня тут спрашивали, где находится... Парень меня спрашивал, где находится меч. Вот тут находится меч. Где, который я находил, знаете, призрачный там кинжал, что ли, как он там был. Типа, меч метей. Теней, какой мечей. Так, сохранись, а то еще нападет на меня. То есть провалится. Значит, мне показалось. Пиши ты, пиши. Мать. Только не упади вниз, ну дура, не упади вниз, дура, не упади вниз, иди сюда. Конченая, она упала. Что у нас тут? Это заберем. Где она? Конченая. Казалось, я просто симпатичная мордашка. Да, симпатичная мордашка. Забрать броню. Рецестиры сочились. Так, это мы не будем. Так, давай сначала. Эльфийский лоб, неинтересно. Так, абонент пластичный шлем. Навык ношения тяжелой брони увеличивается на 20 единиц. Ага. Так, эбонитовый меч, эбонитовый... И это... А, ну у нее два меча было, я понял. Так. Выполнен кровавое сердце. Серьезно? Так, давайте, наверное, бониту и тоже возьмем. Может, потом как-нибудь пригодятся. Это заберем. Адресат Хёрк. Ну, это Хёрк я, да, адресат. Давайте прочитаем. И вот это тоже прочитаем. Что за адресат Хёрк? Адресат Хёрк. Ваш разум свой вы давали попрощайки и кошелек полный золота. Тут какие-то задания, смотрите, дают. Ну, вот так. Так, подожди, я же книжку подобрал. Давайте книжку еще сразу прочитаем. Я не знаю, знаю и не знаю. Все. И тут книжку. Мы прочитаем и заберем. Вот так. Так, а есть у нас еще какие-нибудь попрошайки? Последнее желание. Встретиться.
Кстати, вот это мне Квест забаговался, он мне, типа, я подхожу паромщику, он мне никуда... Ну, что это такое? Что я теперь с этим квестом буду делать? Блин, ну все, да, вот сегодня вообще мега-супер короткий квест был, ребят. Ритуальчику узнайте, лайк, подписка и коммент, меня ведутся к небольшим тенечкам. Всем хорошего настроения и увидимся в следующих роликах на канале Like Game. Всем пока!